Губернатор Приморья дал старт просветительскому проекту «Арсеньевская карта». Инициатива позволит школьникам бесплатно посещать музеи и театры, ходить в кино и на экскурсии по краю. Презентация проекта стала важной частью большого праздничного мероприятия в честь Дня защиты детей. Вы сами по себе еще являетесь сегодня первооткрывателями. Именно для вас Приморский край разработал и создал карту, посвященную путешествиям по музеям, путешествиям по театрам, путешествиям по тем местам, которые для вас будут интересны. Это и Владивостокская крепость, это и театр кукол, вот, это музей «Россия. Моя история», это Арсеньевский музей. И назвали мы эту карту «Арсеньевская карта». И вас в течение всего лета и осени будут возить по этим памятным местам, оставляю у вас в памяти самые лучшие яркие впечатления. Также в честь праздника на спортивной набережной открылось множество познавательных развлекательных локаций. Олег Кожемяков вместе с детьми посетил развернувшиеся площадки. Дорогие ребята, самое счастливое время, когда у вас? Лето! Лето начинается с какого дня? С 1 июня, День защитников детей! Правильно, поэтому этот праздник сделали специально для вас. Школьники из Владивостока, в том числе дети военнослужащих, которые принимают сейчас участие в специальной военной операции, стали первыми участниками проекта «Арсеньевская карта». Вскоре к ним присоединятся ребята из других городов и районов Приморья. Анна Дьякова, новости на Восьмом.